Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 10. Разгадай ребус. Одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, а разными буквами разные цифры. Запишем данное умножение в столбик, то есть гол, умножим на у и в итоге должны получить угу. Записав столбик, мы видим, что у присутствует как во множителе, так и в произведении. То г и л будут такими числами, при умножении которых на у получится у. Например, 1 умножить на 5 будет равно 5. Или, например, 5 умножить на 3, тогда получится 15, но мы все равно записываем 5 и 1 в уме. Попробуем. 103 умножим на 5. 103 умножим на 5. Получится 515. Подходит. Если же 105 умножим на 5, то получится 525. У нас будет не подходить, так как g у нас должно быть равно 1 или 2. Значит, остальные числа также не подойдут. Посмотрим, какие еще числа при умножении будут одинаковыми. 2 умножить на 1 будет 2. Или же 2 умножить на 6 получится 12. Мы также запишем 2, но 1 будет в уме. Попробуем. Например, 106 мы умножим на 2. Получается 212. Не подходит. Значит, ответ у нас таков. 103 умноженное на 5. Где g – это единица, o – это 0, l – это 3, u – это 5, 5, 5 и 5, а g – это единица. 103 умножить на 5 – это и будет наш ответ. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.